В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Губернаторская программа «Мой подъезд» в Ленинском городском округе набирает обороты. Мы видим результат. Жители довольны. Все встречают, улыбаются. В городе Видное продолжаются работы по ремонту дорог. Начата работа по замене тротуара на Белокаменном шоссе. Ведутся работы на улице Завидная. В минувшее воскресенье православные христиане отпраздновали Троицу, один из 12 главных церковных праздников. И ой, да я та, ой, да я не знаю. Реализация программы «Мой подъезд» в муниципалитете набирает обороты. Буквально в прошлом году жителям дома номер 2, корпус 1 по проспекту Ленинского комсомола в здание было страшно зайти. Сегодня же в подъезде проходит долгожданный ремонт. Депутат Московской областной думы Владимир Жук совместно с главой муниципалитета проверили ход работ. Подробнее в нашем сюжете. Облупившаяся краска, кирпичи, вылезающие стены, сломанные почтовые ящики – теперь в прошлом. Пугающую картину можно выкинуть из головы, ведь в доме номер 2, корпус 1 по проспекту Ленинского комсомола проходит долгожданный ремонт. В нынешнем году здание попало в губернаторскую программу «Мой подъезд». Ремонт начался приблизительно зимой, насколько я помню. В принципе, никогда не было слышно каких-то шумов, и работы недолго проводятся, но… В принципе, всех все устраивает вроде. Проверить ход ремонта приехали депутат Московской областной думы Владимир Жук и глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. Они оценили проведенную окраску стен, а также замену окон. Гости застали процесс укладки напольного покрытия на первом этаже. Радовала глаз и обновленная входная группа. Во время ремонта здесь переложили целую стену и поставили новую дверь. Работа на самом деле глобальная, потому что данный дом один из больших по площади в нашей управляющей компании. Поэтому также хочу сказать, что данные работы согласовываются все с жителями от покраски стен до выбора плитки. На сегодняшний день работы завершены на 80%. Окончание ремонта запланировано к августу нынешнего года. Далее в доме планируется провести полную замену лифтов. Мы видим результат. Жители довольны. Все встречают, улыбаются. Потерпели один месяц и получили новый подъезд. Немножко другое качество жизни будет значительно выше. В округе по программе «Мой подъезд» планируется ремонт 20 домов. В 14 из них на сегодняшний день работы завершены. В настоящее время по результатам проверок госжилинспекции Ленинский округ остается в зеленой зоне, выполнив 70% от плана ремонтных работ общедомового имущества. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. С приходом лета вопрос состояния дорог особо актуален, ведь именно в это время года начинается сезон их ремонта и строительства. В городе Видное активно ведутся работы по благоустройству сразу на нескольких участках. О том, какие улицы уже радуют жителей ровным новым асфальтом и где еще заменят дорожное полотно, в нашем следующем сюжете. На Советском проезде полным ходом идут работы по обустройству тротуара. Они начались еще 10 дней назад и закончатся только в середине августа. Процесс очень трудоемкий, ведь плитку укладывают вручную. На участке работают 15 человек. Из техники здесь используют только 2 трактора. В рамках комфортной городской среды выделены были средства в районе где-то 13 миллионов рублей на замену данной плитки, которая пришла в негодность. В данный момент тротуарная плитка и бортовой камень приводятся в нормативное состояние, что улучшит этот тротуар. Стоит отметить, что в прошлом году в рамках комплексного благоустройства была отремонтирована пешеходная часть на противоположной стороне Советского проезда. О замене данного тротуара жители писали на портал «Добродел». Сейчас люди отмечают некоторые неудобства в связи с ремонтом, но готовы потерпеть ради удобной пешеходной зоны. Немножко была пыль и шум. Вот. А так, в принципе, все хорошо сделали. Ну, в смысле, шире, светлее, ровнее, не запинаемся, ходим. Неудобно, а что же по песку да по грязи ходить? Так что пусть быстрее делают.
А вот дорожные работы на Заводской улице уже завершены. На основной магистрали города от администрации до поликлиники проводился ремонт асфальтобетонного покрытия, замены бортового камня и заездных карманов остановочных пунктов, а также парковочных мест. В рамках проведения дорожных работ там заменили сейчас уже полностью асфальтобетонное покрытие, бортовой камень. В будущем планируется нанести разметку. Как рассказал главный специалист производственно-технического отдела МБУ «Дорсервис» Сергей Трисмегистов, сейчас в городе идут работы еще на нескольких участках. Начата работа по замене тротуара на Белокаменном шоссе, ведутся работы на улице Завидная в рамках комплексного благоустройства, детские площадки делаются. И проводятся работы на ПЛК-28, комплексное благоустройство дворовой территории. В городе Видное в ближайшее время будут отремонтированы еще 16 дорог. Пока решается вопрос финансирования данных работ. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В Ленинском городском округе медики услышали немало теплых слов в свой адрес как от руководителей муниципалитета и депутатов, так и от рядовых граждан. В дни пандемии поддержка врачей особенно актуальна. На одном из таких поздравлений побывала и наша съемочная группа. Несмотря на преддверие праздника, в амбулатории поселка Горки-Ленинский работа кипит как в обычный день. Рассчитано учреждение на 75 приемов в смену, а на деле людей приходит вдвое больше. Увеличилось и количество вызовов, чему поспособствовали два фактора. Очередное увеличение количества заболевших коронавирусом и дачный сезон. Очень много приемов получается москвичей, которые проживают в СНТ, на дачных, коттеджных поселках. Поэтому им отказать в ковидной помощи мы не можем. Соответственно, нагрузка на амбулаторию вырастает. Количество вызовов увеличилось где-то на процентов 50-70. Ну, подключили все, подключился я. Все сотрудники работают в режиме таком форсированном. Чтобы не занимать много времени, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Артем Грудинин вместе с волонтерами молодой гвардии партии «Единая Россия» устроили импровизированное поздравление врачей прямо в фойе амбулатории, как говорится, не отходя от рабочего места. Спасибо вам огромное за то, что вы несете свою работу, можно сказать, несете свою службу на благо общества, на благо людей, поэтому как бы... Большое человеческое вам спасибо. Порядка 20 человек работает в амбулатории поселка Горки-Ленинский. И хотя нагрузка на персонал в последний год возросла, эти люди стараются помочь всем обратившимся. А ведь обслуживает медицинское учреждение более 12 ближайших населенных пунктов. Отсутствие нарицания на работу амбулатории прежде всего является положительным отзывом. И вы знаете, и слава богу, вот на протяжении последних полугода никто не приходил, и никто ничего плохого не сказал, и сказать, наверное, не может. И это, прежде всего, показатель успешной и хорошей работы коллектива. И сегодня мы от лица Совета депутатов, от лица партии «Единая Россия» поздравляем сотрудников амбулатории с этим замечательным праздником. В эти дни облегчить работу врачей может каждый из нас. И многого для этого не надо. Просто прийти на пункт вакцинации и получить прививку от COVID-19. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В минувшее воскресенье православные христиане отпраздновали Троицу – один из 12 главных церковных праздников. Наша съемочная группа побывала в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Володарского, где прошел фестиваль «Троица». В России День Святой Троицы, один из 12 главных церковных праздников, всегда любили. Его отличала какая-то особая атмосфера. Может, из-за сложившейся традиции украшать на праздник храмы. Полы стилают свежескошенной травой, между иконами ставят цветы. Верующие приходят с ветками березы в руках, а священники облачаются в зеленые одежды. В Никольском храме поселка Володарского, который в этом году отмечает еще и свое 375-летие, на Троицын день устроили музыкальный фестиваль. Верующий человек – это человек, который любит радоваться, который видит Бога в каждом предмете жизни, в каждом дуновении ветром. Когда солнце светит, значит, мы видим и здесь тепло Божие, любви. И вот сегодняшние песнопения, они прежде всего восхваляют Бога. Коллектив «Мои волны», где музыканты удачно миксуют баян, виолончели, укулеле и гитару. Рок-группа «The Raindrops» и фольклорный ансамбль «Млада» задали фестивалю высокую планку. Ой, да я не знаю.
Ночка, ночка, почему? Исполнительницы порадовали зрителей как старинными русскими песнями акапелла, так и современными, но в своей фолк-аранжировке. По словам руководителя коллектива Алины Лукьяновой, выступать на территории Никольского храма невероятно волнительно. Когда выступаешь под кровом нашего собора, мало того, что это наша родина, скажем так, да, вот, и это, конечно, очень такое чувство, очень нежное, нежное. Мы как можем вот всю любовь дарим празднику, людям. И прихожане также отвечали артистам любовью. Аплодисменты не смолкали, царила атмосфера радости и единения. Приятно такое вот все видеть, люди, настроение, такие песни, что еще все у нас есть живое и такое замечательное, как вот этот фестиваль. Приятно, но живая музыка. День рождения церкви, конечно, мы пришли на этот концерт с хорошим настроением, мы слушаем внимательно все выступления, там очень радостно. Здесь такая атмосфера в храме, что погода способствует и очень хорошее настроение. Фестиваль планируется проводить на регулярной основе и сделать его еще одной традицией празднования Троицы в Никольском храме. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.